Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Kia Rio 2012 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра, механической коробкой передач, пробег на автомобиле 60 тысяч километров. Автомобиль уже был у нас в техническом центре на предварительной диагностике. Ну и сейчас мы выполняем ремонт по нашим рекомендациям. Меняем задние тормозные диски с колодками, тормозную жидкость, ну и пару лампочек, которые не горят на автомобиле. Износ задних дисков максимален. Видите, повреждения здесь, они, по сути дела, не работали. Тормозные колодки также износ 95%. На весь объем работ мы потратим 3 часа, и сумма ремонта составит 4130 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.